Белгород. Туман. Такое туманное белгородское утро. Красиво. Посмотрим, что будет по дороге назад. Газ в Белгороде. 29.40 на выезде из Белгорода, ребята, газ. Метан 21.30. Пропан 29.40. Вот так. И тут же установка, газ на дизель. Ехал сюда, было поздно, темно. А сейчас выезжаю, тут такие горы красивые на выезде из Белгорода. Красота, частный сектор. И горки такие меловые. Солнышко восходит, пробивается сквозь туман. Красиво вообще, красиво. Красивая тут природа, ничего не могу сказать. Поворот на Прохоровку. Знаменитое танковое сражение в Прохоровке. Все вы знаете. Да, вот такие здесь места. Слушайте, сейчас остановился на Лукойле, не доезжая Курска, заправиться. Здесь столовая. Площадочка большая, дальнобой стоит. И на заправке увидел такую рекламу. Осуществление предрейсовых осмотров. Обалденно. Но, может быть, договорные какие-то есть организации, может быть. Но на самом деле первый раз это вижу. Мне кажется, что это правильно. То есть, в принципе, ну, с одной стороны, правильно, а с другой стороны, это противоречит правилам, да, выезжать на шоссе без отметки доктора нельзя, а здесь получается, что водители доезжают до вот этой вот АЗС, и здесь проходит медицинский осмотр. С одной стороны, это неправильно, а с другой стороны, это удобно, потому что, ну, если организация рядом, да, то есть буквально километр тут проехать, ну, тут разногласия, да, относительно правил дорожного движения, это нельзя. Ну, представьте себе, какой-нибудь невменяемый водитель выехал и поехал километр до этой АЗС. Вот, и попал в аварию, и что будет? А механик не имеет права его выпускать. Ну, в общем, с одной стороны, это разногласия, а с другой стороны, вот такой вот сервис. Первый раз такое вижу, очень удивился. Слушайте. Ну, и, конечно, в рубрику «Психопанорама» сюжет. Еду сейчас. Большой рекламный щит. На нем написано огромными буквами «Машинист». Думаю, что за фигня на автомобильной трассе «Машинист». А дальше продолжение. Продажи КАМАЗов и рисунок автомобиля КАМАЗ. Указатель 7 километров. При чем тут машинист? То есть у рекламщиков и у маркетологов явно сдвиги. У них сдвиги настолько, что они просто двинутые. Вот, поэтому я уже перестал удивляться всему тому, чего они тут иногда рисуют, пишут и так далее. Да, то есть, ну, машинист. Продажи КАМАЗов 7 километров. Я понимаю, что эта компания так называется, но тогда тот, кто назвал эту компанию, тот просто такой же двинутый, как все эти маркетологи и рекламщики. Курск, ребята, Курск некогда был пост ГИБДД когда-то. Ну, я его в Белгород ехал, снимал, сейчас обратно еду, и вот он опять мне попадается на мою видеокамеру. Мне чуть левее. Ну, в общем, закончился Курск. Я здесь на круговом движении. Все, счастливого пути. Еду дальше. Погода на самом деле хорошая, приятная. Хотя в Белгороде с утра был туман такой, хоть глаз колим. Вот. Но поскольку работает ПВО в Белгороде, соответственно, интернета там не всегда бывает. Но все относятся с пониманием, потому что безопасность дороже. А здесь, конечно, все прекрасно. И я вам скажу, что даже радиостанция, обыкновенная 27 МГц, автомобильная СБ-шка в Белгороде, ну, просто практически работает с помехами или совсем не работает. Плюс у меня есть радиостанция, которая широкодиапазонная, носимая. Я ее всегда вожу в такие вот регионы, которые лучше запастись чем-нибудь на всякий случай. И вот та радиостанция в Белгороде тоже, в общем-то, берет с помехами. К
как ни удивительно. Ну и сразу за Курском гора такая затяжная, с таким длительным спуском, длинным. Ну и подъемчик такой немаленький. Это в сторону Москвы, если ехать. Красиво. Ну, наверное, зимой менее красиво, но сейчас, конечно, здорово. Очень даже. Речка, курица, ребята. Видите? Обалдеть. Ну что, я уже доехал до Орла. Река Ока. Река с названием на три буквы. С левой стороны город Орел. Вон там. В принципе, сегодня хорошая погода, едется быстро. Наверное, в Москве буду дольше ехать по МКАДу до дома, чем можно доехать оттуда, откуда я еду, до Москвы. О том, что не понравилось в путешествии. Отношение дальнобойщиков, особенно к маленьким машинкам. В Орле ремонтируется мост. Соответственно, движение в одну полосу. Причем ни светофора, ничего. То есть все зависит от сознательности водителя. Сначала один. Одна сторона пропускает одних, потом другая. Ну и дальше такая ситуация. Упырь какой-то по радиостанции. Выходите в лоб, перекрывайте движение, хватит пропускать маленьких, я тут что, до ночи буду стоять? Что возмущает, да? Вот эти упыри, которые ради 5 копеек шарашат по 1500 километров без сна и перекура, это чистейшей воды упыри, создающие аварийную ситуацию на дороге, готовые из-за 5 копеек удавиться. И они точно так же относятся к другим людям. Типа, давай, выезжай на встречку, меня не волнует, там, перекрывай движение. Что хочу сказать этим упырям? У вас права надо на месте рвать. Просто брать и рвать. Вы скоты. Все было гораздо проще. Там по 5, по 10 машин. Одна сторона пропустит, по 5, по 10 машин другая сторона пропустит. В таком режиме все едут. А этот упырь где-то там в конце пристроился и начинает возмущать эфир по рации. Хочется взять его и поставить на этот перекресток с флажком, с красным, чтобы он регулировал движение, а не занимался вот такой вот ерундой. Это даже не ерунда, это, знаете, я упырь, мне надо быстрее проехать, а остальных я на всех плевал. Это вот такая же самая ситуация на обочинах, когда останавливаешься для того, чтобы там чаю попить, а там все засрано. Там мусор и гора, то есть нельзя довести мусор до какого-нибудь мусорного бака. Нет, там все засрано. Там бутылки выкинутые, там, ну, ужас, что на обочинах творится. Это вот делают такие же самые упыри, которым на всех по барабану. Я работал в таких организациях, в том числе и дальнобойщиком, где вот такие упыри пришли и работали прям удавиться за 5 копеек. Как правило, зимой эти упыри чаще всего попадали в какие-нибудь аварии, причем с серьезными последствиями. Вот, а если не попадали, потом коллектив этих упырей сам выживал, потому что, ну, если на предприятии спокойная, размеренная работа, люди привыкли к одному ритму работы, тут приходит упырь, который просто вот шарашит рейсы без сна и перекура, стоя за рулем, со спичками в глазах, стоя на педалях, и потом остальных всех заставляет точно так же работать. Как правило, это недальновидные люди, у них жадность побеждает разумность. Вот. Поэтому, к сожалению, сейчас в профессии таких очень много. Очень много. Я вот даже на легковом автомобиле, когда далеко еду, я веду такой размеренный дистанционный скоростной режим. Я не гоню 140, я не гоню 160. Я встал, 100-110 мне достаточно, если нет других ограничений скоростного режима. Соответственно, если стоит знак 60, я понижаю скорость до 60, сообразно правилам дорожного движения. Эти упыри обычно задают. Чего ты притормаживаешь? Тут можно 70 ехать. Слушайте, вы идиоты, я вам хочу сказать. Из-за этого идиотизма гибнет на дороге очень много людей. Таких идиотов, честно говоря, я бы прятал подальше от людей, потому что вот именно они своим бездумным языком и башкой возмущают народ, и потом возникают какие-то чрезвычайные последствия. Ну вот я уже и в Тульской области.
на самом деле вполне себе спокойненько иду. В 8.30 я выехал из Белгорода. Сейчас почти 2 часа. Сейчас я перекусывал в кафешке буквально 10 километров тому назад. Но у меня это заняло 40 минут. Вот. И в принципе, ну куда спешить? Куда спешить? Вот такие расстояния, да, там 700 километров, 500 километров, в 1000 километров и так далее. Разница между тем, кто шпарит 100-110 или там 120, и между тем, кто идет 90-100, минимальная, можно посчитать это все. И смысла эти гонки не имеют по одной простой причине. Когда идешь в размеренном режиме, ну, опять же, да, физику явления никто не удалось еще никому не обмануть. Чем ниже скорость, тем шире угол зрения. Соответственно, вы замечаете больше. И устаете меньше, потому что физическая и психологическая нагрузка меньше. Чем выше скорость, тем больше угол зрения сужается. Грубо говоря, там, идя 180, вы просто в точку смотрите. По сторонам уже ничего не замечаете. А то же самое касается грузовиков. Да, там шпарят со снятыми ограничителями по 120. За спиной болтается 22-24 тонны, плюс сам автопоезд весом там 18 тонн, допустим. Это преступление, я считаю. Потому что такую махину просто так не остановить. И какая бы ни была реакция, да, на дороге всегда может возникнуть чрезвычайная ситуация, и надо быть к этому готовым. А эти психи, они шарашут, что называется, не думая, чего они творят. И иногда, очень часто замечаю, иду там 100, размеренно, садится прямо на бампер. Фура и висит прямо на бампере, ну буквально полметра, метр может быть. Я смотрю на него в зеркало, думаю, идиот что ли. Вот сейчас вот я торможу, да, экстренно, мало ли что, там на дорогу человек выбежит. И что он будет делать? И дальше каша. Вот таких идиотов надо просто останавливать и рвать права. Потому что это неуравновешенные люди, они ничего не соблюдают, им, блин, надо согнать легковушку с ряда, чтобы он поехал дальше там со скоростью 120. И вот этим психам, из-за этих психов, собственно говоря, сейчас профессия вымирает. Вот эти гонщики, они испортили все в погоне за лишними 5 копейками. Потому что сейчас эти же самые логисты напрягают всех остальных, а меня не волнует, там 1200 или 1400 в сутки ты должен проехать. Но это надо быть откровенно сумасшедшим, чтобы, допустим, зимой проехать такое расстояние. Да и, в принципе, зачем это надо? 1200-1400 в сутки летом. Зачем это надо? Человек должен отдыхать, человек должен нормально питаться, человек должен нормально спать. Он не должен быть гонщиком или рабом за рулем. А все из-за чего? Из-за этих психов. И дальше эти психи ноют. Ой, вот, куда ни пойди, меня везде заставляют. А ты попробуй стать человеком. Попробуй договориться. Ведь люди, те, которые умеют разговаривать, они работают нормально. Ничего их не сотрясает, никто их ничего не заставляет. Они работают нормально. И нормально ездят. По ночам, ребята, нужно спать, а не гонять со спичками в глазах, стоя на педалях. Что понравилось в принципе? Чем дальше от Москвы, ну, как бы это не новости, да? Чем дальше от Москвы, тем народ проще, лучше, нормальнее. Потому что в Москве уже не народ, а какое-то, я не знаю, быдловатое население, которое гнет пальцы и там протирает штаны в офисах. Ну, вот эти вот а-ля менеджеры, я их шутку называю бесполыми существами, неполувозрелые менеджеры, у которых, собственно говоря, есть какое-то высшее образование, допустим, но знаний нет от слова совсем. И вот они, наслушавшись ахинеи, что надо всех пинать, угнетать, загибать, они пытаются разговаривать с этой точки зрения, с этой позиции. Совершенно глупые люди, потому что, не совершенствуя свои знания, не совершенствуя себя в какой-то определенной профессии, я сейчас не имею в виду менеджер это не профессия, это даже не состояние души. Это времяпровождение с целью, чтобы тебе заплатили за это денег. Вот я бы так сказал. Потому что, по сути, они выполняют функции достаточно слабые. Да, сейчас
в изобилии компьютерных программ эти же самые функции выполняет компьютерная программа. То есть менеджеры, по сути, не нужны. Вот. А нужны люди, которые будут что-то уметь делать хорошо руками. Потому что сейчас невозможно найти хорошего сварщика, невозможно найти хорошего токаря. Хорошего автослесаря практически невозможно найти, их считанные единицы. И я своих иногда клиентов, с которыми работаю, посылаю за 3-9 земель, потому что знаю, сервис хороший, лучше съездить туда, и вас там не ошкурят и сделают работу качественно, чем вас обуют в Москве. Поэтому вот специалисты нужны. Специалистов осталось мало. Осталось мало специалистов, которые работают на земле, ну и так далее. И на самом деле за этими людьми будущее, потому что я не верю, что мир будет дальше падать в эту бездну, в которой мы сейчас находимся. Это такой, знаете, своеобразный морок. Причем, чем дальше, тем больше люди понимают, что они реально в мороке находятся. И когда люди выйдут из морока, вот тогда потребуются люди, которые умеют созидать, а не которые умеют протирать штаны на стуле, называя себя менеджером. Что еще не понравилось? Очень много мест, где достаточно немаленькие горки. И до горы по равнине идешь 80, там знаки висят, там 80, к примеру, или 90 ограничения. Подъезжаешь к горе, перед горой знак 60. Ну ладно, я на маленькой машинке, бог с ним. Ну а зачем вот для фур, для чего это нужно? То есть я должен на фуре притормозить перед горой и пешим шагом забираться в гору. Ну ладно, летом, бог с ним. А зимой? Зимой, когда гололед, когда нужно разогнаться, наоборот, в гору, чтобы заскочить. Вот для чего вешают такие знаки бездумные? Причем на горе нет населенных пунктов, ничего. Смотрите, какие-то комбайны едут, совершенно не маленькие. Я бы сказал, совсем не маленькие. И, блин, деваться от него некуда. Знак «Обгон запрещен», сплошная. И такая бяка по дороге ползет. Ну, слава богу, бяка уступает дорогу, иногда сворачивает на обочину. Обочины тут широкие. Кстати говоря, вот очень интересная такая характеристика южных дорог, где широкие-широкие обочины. Что еще не понравилось? Очень много знаков временного ограничения, связанных с каким-либо ремонтом дорог. На самом деле дорогу отремонтировали уже давно. Качественный, хороший асфальт, а знаки просто не сняли. Это раздражает, потому что едешь по хорошей дороге, согласно правилам дорожного движения, ты должен сбросить скорость до критерия ограничения. Но вот что за бардак такой? Почему эти знаки не снимаются? Ну, я догадываюсь, почему. Потому что дороги ремонтируют одни, а знаками занимаются другие. И те не знают, те другие не знают, что дорогу уже отремонтировали. Ну, как вариант. А возможно, это просто ловушка для того, чтобы поймать кого-нибудь за превышение скорости, допустим. Ну, вот уже поворот на Москву недалеко. Тула, Москва и так далее. И, в принципе, я рядом. Поворот на Калугу. Что я вам хочу сказать? Что я вам хочу сказать? Как вы думаете, почему идут войны? Из-за чего идут войны? Из-за ресурсов, да? А самый главный ресурс – это что? Просто давайте поразмыслим. Вот самый главный ресурс на планете – это что? Это электроэнергия, не так ли? Выключите рубильник, и все. Никакой экономики ни у кого не будет. Жизнь практически замрет без электроэнергии. А электроэнергия? Вот торгаши, а. А электроэнергия это что? Электроэнергия это прежде всего уран. А уран это что еще? А уран это в том числе и запрещенное оружие. Поэтому именно из-за этого идут войны на Земле, а не из-за чего другого. Из-за преобладания именно над этими ресурсами, а не за какими-то еще. Так что, ребята, вот кто бы вам что бы ни говорил, а страна, обладающая ядерным потенциалом, страна, умеющая строить ядерные электростанции, это
державы, которые будут воевать друг с другом, за преобладание одной страны над другой. Очень хорошо, вот справа на холмах видна Тула. Великолепно. Ну, до Москвы уже не так далеко осталось. Вот такое вот путешествие. В принципе, путешествие было спокойное. Несмотря на то, что был я в районах, которые немножко обстреливаются. Но, в принципе, путешествие было спокойное. На что еще обратил внимание? Раньше такого скопища машин, регистрирующих Платон, не было. Сейчас шестая попадается по дороге из Белгорода в Москву. И мне еще ехать-то ехать, еще я не доехал. Шесть машин за практически 570 километров. Я отъехал от Белгорода. Это много. Это говорит о том, что либо не платят, уклоняются. То есть я не знаю, почему. Почему сейчас стало такое большое количество машин регистрации Платона? Кто знает, напишите здесь под роликом. Ну вот, смотрите. Средь, можно сказать, бела дня, но уже под вечер, да? То ли колесо взорвалось, то ли что произошло. Совершенно непонятно, как он в этот отбойник влетел. У него оба задних левых колеса спущены на ободах. Бывает, но, скорее всего, он прочертил по отбойнику, его и завернуло. Бывает, люди засыпают от перегрузки. Бывает. Так что, ребята, соблюдайте РТО.